Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Kia Ceed. Делаем жидкие подкрылки. Как видите, арка уже обработана. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Сейчас ждем, пока это подсохнет. И будем собирать. Ну, пока это собираем, пока ждем, пока это все сохнет, вот такой вот материал клеим шумопоглощающий на штатный подкрылок. Видите, он проклеен. Эта опция идет, эта акция идет в подарок. Ну и вкратце покажу, как работает данные подкрылки на примере колокольчиков. Справа обработан, слева голый. Сами можете услышать разницу. Сейчас собираем подкрылки и приступаем обрабатывать дно. Ждите дальнейшего видео. Продолжаем работу.